Одна поездка в омском автобусе теперь стоит 30 рублей. В РЭК Омской области утвердили новый тариф на пассажирские перевозки для муниципальных предприятий. В следующем году он будет на 8% выше. При этом в утвержденный тариф так и не смогли заложить покупку нового транспорта. Омичи пока продолжат платить за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях 22 рубля. Это, к слову, и без того одна из самых высоких в Сибири цен на проезд в общественном транспорте. В мэрии обещают найти деньги на компенсацию перевозок, чтобы сдержать рост цен. И хотя ситуация не обнадеживающая, хоть кто-то доволен. Впервые, наверное, за всю историю города директор департамента транспорта признался, теперь тариф нормальный. Тариф, который утвердил РЭК Омской области, он нормальный, рабочий и позволяет работать нашему муниципальному транспорту. Мы говорим сейчас однозначно только об одном, что в тариф, который установлен на 2017 год, лизинг не включен. Чтобы покрыть разницу между фактической стоимостью поездки и суммой, которую платят омичи, мэрии требуется по разным данным от 700 до 900 миллионов рублей на 2017 год. При этом в бюджет на эти цели заложено чуть более 250 миллионов. Уже в среду на внеочередном заседании городского совета чиновники и депутаты попытаются найти деньги на компенсацию. Напомню, одно из последних громких решений департамента транспорта – сокращение более чем 20 частных маршрутов. Таким образом, чиновники надеются пересадить пассажиров из маршруток в муниципальные автобусы, ну и заработать на этом около 150 миллионов рублей.